недавних пор у бендерчан и у гостей города появилась новая локация для отдыха. Это центральная часть парка Октябрьский, которая находится на городской набережной, прямо возле ЗАГСа. Предлагаю прямо сейчас рассмотреть все новинки, которые здесь появились. Центр притяжения всей этой зоны отдыха – это, конечно, такая нарядная ротонда, беседка. Теперь молодожены после росписи отправляются сюда, чтобы здесь выпить бокал шампанского с видом на Днестр. Этому предшествовал вообще большой фронт работ подземных, которые мы их не видим. И по такому удерживанию этой плитки от явлений таких оползневых, и водоотвод. И также проложены кабели для подключения новых фонарей освещения этой территории. Также это будет продолжаться на той территории, на 20 тысячах квадратных метров южной части парка. Ну вот мы, собственно, и подошли к этому центральному спуску, но он пока перекрыт. Здесь еще продолжаются работы. Парадная лестница, она сделана еще не в полном объеме, как планировалось. Работы будут в теплое время года продолжены. Конечно, будет иметь тот же вид, что это уже начато, в том же духе, в том же приеме. Будет до нижней террасы. Конечно же, не благоустроены еще части газонов. Здесь будут заполнены почвой, плодородным слоем, для того, чтобы тут росла трава и какие-то декоративные новые зеленые насаждения. Эти перголы созданы для отдыха. Дополнили они эту центральную часть парка с обеих сторон симметрично. Еще один момент – это вот такие деревянные перекрытия. У них тоже есть какое-то особое назначение? Назначение их – солнцезащита, дабы можно было отдыхать в тени. Насколько рассчитана вот такая лавочка в виде качели? Сколько человек может присесть? Порядка 4 человек тоже точно могут здесь отдыхать, чтобы не было раскачивающего и опрокидывающего момента. Продуманы и подобраны цепи, все конструкции, чтобы в это было все надежно и прочно. Ну что, я предлагаю тест-драйв, проверим эту качельку. Покаемся. Игорь Викторович, садитесь. Да. Поехали. Довольно-таки удобно, приятно. Но самое главное, мне кажется, в этой локации – это вид. Вот когда можно сидеть и действительно смотреть на Днестр. Следующим этапом строительных работ и оформления этого парка, реконструкции, будет его южная часть. Это территория площадью 20 тысяч квадратных метров. Появятся новые зоны для отдыха. Будет создана такая зона с площадками, с местами отдельного размещения. И вся территория будет подсвечиваться. О том, каким парк Октябрьский был раньше, напоминает неотремонтированная часть. Вот здесь сохранились еще старые лавочки, вот такими они были. И эти урны, которые пока еще не заменили. А также можно увидеть разницу по тропинке, ведущей в южную часть парка. Вот заканчивается плитка, которую постелили недавно. И вот здесь уже начинается неотремонтированное пока покрытие. Работы здесь начнутся уже в этом году, как только позволит погода. We'll be right back.